Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в прекрасный мартовский день я хочу всех вас поздравить с открытием художественной выставки и особенно поприветствовать своего сокурсника, товарища, прекрасного художника, дизайнера, оформителя Сергея Николаевича Панфилова, который заканчивал вместе со мной в 1979 году Саратовское художественное училище. Хочу пожелать всем участникам выставки, а также студентам успехов в творчестве. Всего самого хорошего. Шлю вам привет с берегов нашей реки, города Бердичева. И мы с вами можем видеть прекрасное здание. Это памятник архитектуры 17 века, костел босых кармелитов, он же и крепость. Внутри этого комплекса находится и художественная школа, и художественно-исторический музей, в котором бывают выставки художников, и залы, в которых звучит орган и играет музыка. Сергей Николаевич Панфилов, мастер прекрасный. Диплом дизайнера заслуженно он получил. Учился в СХУ, он не напрасно. И как художник-педагог он многих научил дарить улыбку, видеть красоту природы, мгновенно рисовать веселый шарж, портрет на площади и улице и при любой погоде. Всем сразу ясен образ, линий, силуэт. Чтобы маэстро мог так виртуозно рисовать, пришлось настойчиво творить, посильно стремиться смело новые идеи создавать, оформить интерьер, портрет, эффектно, стильно. Он сам, как Аполлон, красивый, элегантный творец, может натуру украсить и запеть. Аккорд его гитары и сочная палитра безоглядно чаруют, чтобы мир чудес запечатлеть. В картинках колоритом ярким, светотенью, в рисунках и этюдах будто музыка звучит. На выставке пейзажи и абстрактные творения, ведь с юности в душе звезда искусств горит. Хотим Сергею мы удачи пожелать, ведь для художников есть принцип один – чистейшим камертоном стать, достигнуть творческих вершин.